Holland Seeds Convey – магазин, который реализует семена марихуаны в фирменных упаковках на территории Украины, представит сегодня краткий обзор сорта G13 Haze. Это легендарная сатива от известного мирового производителя компании Barnes Farm. Barnes Farm – одни из пионеров рынка семян марихуаны в мире. Компания была создана в 1986 году и уже на рынке почти 25 лет занимается активной продвижением семян конопли и культуры в целом. G13 – это интересная сатива. Скрещивание пошло G13 и гавайской сативы, чтобы ее получить. ТГК у сорта одно из высоких и составляет 21%. Barnes Farm – одна из немногих компаний, которая замеряет уровень КБД в сортах. Так вот, КБД у этого сорта 0,7%, а КБД – это алкалоид, который отвечает за расслабление. Растет в помещении на открытом воздухе в теплице. Имеет достаточно продолжительный период цветения, который составляет 10-11 недель из-за доминирования сативы, он такой длинный получается. Урожай в помещении составляет до полукилограмма с метра квадратного готового высушенного продукта. На улице с одного растения можно получить до килограмма сушеного продукта. Сбор урожая в конце октября происходит, поэтому подходит почти для всей территории Украины, кроме северных ее регионов. Выиграл немало титулов, среди них Cannabis Cup 2006 и 2007 год. Сорт идеально подойдет для любителей сативы посмеяться и ненавязчиво провести время.